Сейчас эта зеленая зона похожа больше на заброшенный земельный участок. Территория около торгового центра «Праздничный». По пути к храму находится в центре спального района. И здесь живут порядка 20 тысяч человек. Если территория победит в голосовании, здесь может появиться детская площадка, новая плитка, зеленые насаждения, освещение. Все, что нужно для прогулок. Также появится места для отдыха простых горожан, для игры в шахматы, для игры в какие-то шашки или домино. На сегодняшний день все зависит только от вас. Здесь больше всего проживает жителей, поэтому здесь парк просто необходим. Здесь очень много жителей идет в храм, и эта дорога к храму, она неиссякаемая. И поэтому для отдыха нам нужно вот эту вот площадку. А это уже другая зеленая зона, площадь Народная. Она находится в самом сердце Ленинского района, около Аллеи Победы. Сюда приходят тысячи барнаульцев почтить память ветеранов и просто прогуляться. В рамках благоустройства здесь планируют провести ремонт детского игрового комплекса, обустроить плиточное покрытие, установить бордюрный камень, поменять асфальтовое покрытие. А еще в планах спортивная площадка, на которой также смогут заниматься и маломобильные граждане. Этот район строился тогда, когда строились заводы наши, поэтому очень много пенсионеров, заводчан, очень много мам с детьми. И если не голосовать за это место, то тогда я вообще не понимаю, ну, какое место может быть еще достойнее, да, чем это. На сегодняшний день почти 45 тысяч барнаульцев сделали свой выбор за ту или иную территорию. Мы напоминаем, что участие могут принять все желающие в возрасте от 14 лет. Голосование продлится до 31 мая. Сделать свой выбор вы сможете на сайте 22.городсреда.ру. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.